Все больше белорусов предпочитают сменить шумный ритм большого города на размеренную жизнь в деревне. А потому растет интерес к единому реестру пустующих домов. Доступ к ресурсу открытый и бесплатный. Каждый желающий может не только найти и посмотреть характеристики того или иного дома, но и в режиме онлайн увидеть его местоположение, состояние. За наполнение портала отвечают местные власти. Сегодня в едином реестре пустующих домов уже более 12,5 тысяч объектов. Из них 352 выставлены на продажу. Всего же с начала года продано 683 пустующих дома. Из них 448 за одну базовую. Что важно, сделки совершаются во всех регионах Беларуси. У каждого хозяина своя история и свои аргументы за покупку домика в деревне. Антон Малюта познакомился с теми, кому уже на селе жить хорошо. Дом за одну базовую величину в Беларуси. 25 соток земли или деревьев, чтобы замерить. Когда скидывала это видео, я не думала, что будет такое массовое. Ну, то есть, как видите, больше 2 миллионов просмотров. Люди интересуются. Такая популярность пришла к Алене неожиданно. А ведь хотела просто купить дачу, о которой так давно мечтала. Подходящий вариант вместе с мужем нашли в едином реестре пустующих домов. Как выглядело здание пару недель назад, кстати, тоже можно посмотреть в ТикТоке. Спокойствие, только спокойствие. Преображать его большая семья Советниковых будет постепенно. Алена с Василием сами строители, поэтому большой фронт работ их совсем не пугает. Мы планируем в этом помещении сделать кухню, врезать окна, санузел поставить, душевую какую-то, полы, понятное дело, поменять, залить. Здесь мы планируем арку входную сделать. Ну, а там у нас уже будет комната. К наведению порядка подключились и друзья семьи, которые, к слову, уже заинтересовались соседним пустующим участком. Свой домик в деревне – тема, которая действительно интересна людям. Все больше вопросов от аудитории и все больше видеоответов от Алены в ее аккаунте. И как у настоящей звезды, у нее уже есть и свои поклонники, и свои хейтеры. Ну, естественно, хейтеры есть, которые там говорят спалить его и все, что это за сарай, наподобие. Или там есть многие, да ну, такого быть не может, чтобы у нас, ну, за такую стоимость купить, да вы врете там. Ну, короче, они разделяются. Большинство людей там, все, справитесь, вы молодые, все у вас будет нормально. Когда взяли, получается, дом этот, приехали сюда, то есть его вот так вот видно не было, и участок, то есть выше забора все было в бурьяне. Ну вот, потихонечку выкашиваем. А вот Андрей Сиваченко в ТикТоке не сидит. Говорит, на это нет времени. Да и предпочитает совсем другой образ жизни. Тихий и уединенный. Для этого и купил дом в деревне Сурды. А к нему взял еще и гектар земли. Да, такие объемы отнимают немало сил, но в этом и суть хозяйского подхода. Уже в этом году даже копали картошку. Хороший урожай. То есть никаких вопросов нету. Главное не бояться, работать, и все будет хорошо. Таких хозяев, как Андрей и Алена, местные власти знают лично. Еще на этапе покупки всячески помогают будущим владельцам. Да и после не бросают, ведь эти люди делают для глубинки очень много. И такому примеру может последовать каждый. В нашем сельсовете включен 31 такой дом пустующий. Ну, 8 мы уже, значит, продали. Ну и парочка есть еще для сноса. Вообще, да, норма указа предусматривает же продажу за одну базовую величину, поэтому, как показала практика, люди интересуются, особенно отрадно, что это молодежь, приезжают, смотрят, покупают, пользуются землей. Ну, я считаю, что это немножко возродит деревню. Единый реестр пустующих домов постоянно пополняется новыми объектами. Весь процесс от выбора здания до оформления документов занимает совсем немного времени. Даже если вы не самый продвинутый интернет-пользователь, есть хороший способ попасть в настоящий белорусский тренд. Достаточно купить домик в деревне и стать хозяином на своей земле. Антон Малюта и Виталий Селявко, агентство Теленовостей.